и деньги, на сотки за городом, большевистской авантюрой и так дальше. Другие кубы с отзатыми недовольствия политиками, учеными и литераторами глагольствуют, что октябрь завезен в Украину с северо-востока, утвердился с помощью чужеземных шляков. Так что, по их пониманию, предательство в сегодняшней Украине нет никакого смысла воспринимать чуждые им социалистические идеи и бороться за установление советского общественно-политического строя, искусственного затеянного в нашу страну и в 2017 году. Наоборот, нужно потуже затянуть пояса, терпеливо переносить нищету, свалившуюся больше 20 лет на наши головы, словно снежный ком, и покорно плестись по капиталистическому пути, как и предлагали вожаки украинской нации. Мы с вами постоянно слышим в последнее время одни и те же вопросы. Была ли Великая Октябрьская социалистическая революция исторической случайностью? И имел ли ее место экспорт в Украину, имеющий огромное значение не только для прошлого, но и в первую очередь для настоящего и будущего нашего народа? Ведь разобравшись с ними, трудящимся легче будет увидеть свет, указывающий дорогу к выходу из тупика, который завела наше отечество реставрации капитализма. Как известно,